В рамках проекта «Новая школа» секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта Введенской школы номер 3 в Звенигороде. Работы на объекте стартовали в начале мая. В рамках реализации президентского проекта образования на реконструкцию выделено 180 миллионов рублей. Сейчас на объекте задействовано более 40 рабочих. По поручению Андрея Иванова в ближайшие дни их количество увеличат до 60 человек.